21 сентября выходим на митинг, потому что митинг – это здорово. Мы встречаемся, чтобы открыто говорить о том, что нас не устраивает. Высказаться может каждый, но чтобы вас выслушали, нужно подготовиться. Приходите организованно со своими ячейками. Подготовьте яркие и заметные плакаты с требованиями. Не стесняйтесь проявить творчество. Возьмите национальную символику, флажки и синие шарики. Выучите гимн, чтобы вместе петь. Снимайте происходящее на митинге, выходите в прямой эфир в соцсетях. Обязательно присылайте видео в штаб ДВК. Покажите мирный настрой, и полицейские примут сторону протеста. Назарбаев уже достал даже тех, кто его защищает. Мы должны действовать сплоченно, поддерживать других активистов. Категорически запрещается брать опасные предметы. Мы не хотим напугать окружающих или спровоцировать полицейских. 21 сентября мы соберемся, чтобы прогнать врага народа. Шалдушпан! Чем сплоченнее мы будем, тем быстрее достигнем цели. Давно не виделись. Скажем Шалу «Беги!»